Всем здорово, ребят. Ну что, как обычно, в этот вечерний час у нас коллекционер героев на русском сервере. Ролим, шаманим, выбиваем. Аккаунт терпеливый. Мой подписчик Абдуллах дал нам на роллинг практически 50к самоцветов, 49к. Попробуем вытащить ему недостающих героев. Аккаунт это без донат. Находится он в гильдии 18 русский, дайте заявочки, вступайте, буст 3 21.00 по МСК, среда, суббота, факела 20.45, нера, не знаю, что это означает, на атаку фортовы не ходят, битва гильдии пока есть. Так, сколько их там? 68-75, странно. Окей, наверное, твинки, либо не зарегились, не знаю, что так. Так, окей. С этим мы разобрались, поехали посмотрим на героев, что у него есть, чего у него нет. Короче, картина как и у всех, знаете, вот так вот, от роллинга и от коллекционера до коллекционера одни и те же аккаунты и одни и те же проблемы и одни и те же герои, не знаю почему так. Космо нет, Трифид нет, Командора нет, Ледяха нет, Оккультист нет, Землеройка свален, Асура нет, Бугимен, ну здесь даже больше. Так, окей. Окей. Поехали. Попробуем сейчас что-то вытащить. Сейчас я гляну. Так, окей. Ну что, поехали. Попробуем. Давайте посмотрим сначала алтарь, что делается на таком аккаунте. Странная сборка. Вариант хороший, ну, в принципе, нормально. Восьмая жива на рогатке, ну, я не знаю, не приветствую. Так, тыковка у нас без топ-таланта. Берсовая Анубис, в принципе, пойдет, Ронин хорош. Стрелок, такой вариант сомнительный. Ворожей хорошо, Махатма вообще топчик, если есть утекание. Там бер стоит. Так, ну, нормально. Нормально. Бог войны, конечно, сливаться будет. Так. Ну, относительно, в принципе, неплохо. Конечно, маловато топовых талантов на аккаунте. Ну и коробочек нет. Окей, поехали, будем пробовать вытащить что-то недостающее, как обычно. Студеный, Варлок, Капитан Рогатка, Ворожей. Ну, знаете, такие лиги падают действительно хорошие. Хорошие лиги. Сердцеедка, которая нужна, блин, была на предыдущем аккаунте. Махатма еще одна. Ну, Махатма у него есть. Рино, ну, тоже есть. 9к, по сути. Вот так вот улетели в никуда. Седна. Ну, что сказать? Ну, такое, знаете. Вроде и падает, и вроде и не падает. Ну, герои, видимо, видите, стоят неплохо. Так, стрелка у нас слили. Так, Wellfly. Поехали, полетели. Королева Гарпий. Сердцеедка опять. Блин, ну вот что за фигня? Вот посмотрите, по второму кругу уже идем. Одни и те же герои. Где недостающие герои? Циклопы 3 штуки. Нафига мне 3 циклопа? 3 одноглазых. Опять капитан Рогатка. Это уже третий капитан Рогатка, который падает. Ну это бред полный. Дед Мороз, ну здравствуй. Химка, привет. Купидон. Капитан Дрейк. Да, это печаль. Афина. Ну ладно, Афина пойдет. Повторочка.
Ну, без этой имбы ни один роллинг не обходится топовый. Просто жесть. Ну, знаете, что радует, хоть слизней соберем. Хоть что-то. Так, надо посливать героев. Кстати, сейчас проверим, сольется ли такая фрея у него. В принципе, сливается очень быстро таки. Сейчас, второй заходик сольем. Мы живо на фрее. Насколько сейчас быстро герои? Раньше Анубис, блин, бегал. Его нереально было слить. Сейчас смотришь, блин, пару тычек и твоего Анубиса просто нет. Так, стрелка ушатали, ушатали. Ворожея ушатали. А что вы скажете насчет Махатмы? Тоже шатают. Хоть она себя и там хилит, но этого явно не хватает. Отлично. Поехали, будем пробовать добить. Леди Лео. Смерть. Скажите, вот почему не Космо? Почему там не Ледяха? Это просто жесть. Это жесть, жесть, ребят. Надо попить водички. Тут такое чувство, что... Попил водички, короче, я, ребят, можете поставить лайк, у кого такая же хрень вечно, когда сидит за компом вечно, то ли, блядь, разольет что-то, то ли еще что-то. Это нормальное явление, мы вырезать этого не будем. Вот это роллинг, скажете вы. Это печаль. Поехали дальше. Блин, я не знаю, это просто жесть. Вот реально, таких роллингов просто бомбит. На каких-то аккаунтах, где, блин, куча этих героев там просто сыпет немерено, а здесь просто, просто пипец. Ну вот посмотрите на это. Одержимый. Ведьма. Да ладно. Просто жесть. Таким образом, мы потратили 49к, и мы нифига не выбили. Просто тупо какой-то трэш полный. Вот я сейчас ради интереса просто возьму, сделаю батл роллинг со своим аккаунтом, просто посмотреть разницу. Сейчас я зайду на свой аккаунт. Посмотрим. Заценим сейчас. Хоть я сегодня уже ролил под коллекционера, но это такое. Мне интересно посмотреть. То ли это часовое такое говнецо сейчас по времени. То ли это реально просто так прет. Вот давайте 33 косамов. Вот та же самая фигня. То есть по сути получается, вот посмотрите, вообще печаль.
Это жесть. Душегуб, рыцарь, Седна. Ну, Седна там тоже падала, призрачный всадник. По сути, где-то то же самое, что и на этих аккаунтах. То есть, то ли какие-то по времени, я не знаю, алгоритмы здесь, но это то же самое, вот та же самая фигня. Череп. Сердцеедка. Ворожей. Ну, Ронин такое себе. Ну, я бы не сказал, что мега-мега-супер дроп. Тыква. Короче, все. Пора вычислять, ребята, времени. Время. Время роллинга, знаете. Время активных этих легенд. Ну, падают герои. Но я бы не сказал, что это прям имба. Имба дроп. Вот посмотрите. Синь, 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 синь. Да ну вас нафиг. Вы издеваетесь, короче. Реально. Реально какой-то. Какой-то бред. Ведьма. В общем, вот так вот, ребят, переролили мы 90к под 100 косамов с моим его, и видите, ну, просто печаль, это реально обидно. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, всем удачи, всем пока.